лапки. Перед вами тысячи спортсменок, которые будут оспаривать первой летней спартакиады «Участь России». Весовая категория 63 килограмма. Я представляю, согласно жеребьевке. Под номером 1 Алла Духанина, мастер спорта, Центральный федеральный округ. Под номером 2 Надежда Юстюкина, мастер спорта, Москва. Под номером 3 мастер спорта международного класса, одна из сильнейших молодых спортсменок Европы и мира, Оксана Слевенко, Москва. Анастасия Устюгова, Сибирский федеральный округ, Ковров, Кемерово. Под номером 5 мастер спорта России Александра Федорова, Приволжский федеральный округ. Под номером 6 кандидат мастера спорта Анастасия Ситникова, Сибирский федеральный округ, город Иркутск. Федеральный округ, первый подход. Следующим весом готовится Олеся Елова. Номер 1 Алла Дубанина, Центральный федеральный округ, третий подход. Надежда Юстюкина готовится к следующему весу. Оксана Слевенко заказала 90 килограммов.
Центральный федеральный округ. Второй подход. Три спортсменки еще не вступали в борьбу. Буквально через несколько минут Надежда Юстюпина вступает в борьбу с веса 95. А Алла Духанина заканчивает. Она прекрасно выполнила 5 подходов. И вот заключительный 6-й подход. Надежда есть. Ассистенты 110 пештан. Среди девушек. Ассистенты 117-500 две штанги. Марина Шаинова заказала именно такой вес. Thank you.
секунду. Подтвердила звание мастера спорта дежурного класса. 120. 120. Заключительный подход. Марина Шаинова. Все будет зависеть от этого подхода. Кто из них сильнее?